10 октября свой день рождения отмечает одна из самых популярных социальных сетей в России – ВКонтакте. Дата напрямую связана с создателем программы Павлом Дуровым, который родился в один день со своим детищем. Основанный в 2006 году, сегодня ВКонтакте – это глобальная площадка для общения, прослушивания музыки, просмотра видео, ведения рекламных и общественных групп. В программе зарегистрировано порядка 140 миллионов человек, а 38 миллионов ежедневно посещают свои странички. В рубрике «Видновчане об этом» мы решили узнать, чем для местных жителей сейчас является эта социальная сеть и как часто они ею пользуются. Пользуюсь постоянно, каждый день. В общем, все нравится. Все отлично, много музыки там всякой. Использую ВКонтакте для прослушивания музыки, потому что это очень удобный сервис. Также, если грамотно пользоваться соцсетью, можно узнать очень много нового. Подписано на аккаунты администрации Ленинского района, чтобы быть в курсе, что здесь происходит. Когда она только появилась, да, пользовалась часто, но сама просто была моложе. А потом как-то прошло время, и она отошла. Так, очень редко, когда захожу, если с кем-то больше, Facebook сейчас у меня. Помоложе народ пользуется сетью ВКонтакте, поэтому я больше Facebook предпочитаю. Пользуюсь очень часто, очень удобная вещь для общения с друзьями, для каких-то деловых контактов. Пользуюсь, в принципе, удобно. Не сказать, что часто, но когда надо с кем-то пообщаться, кто далеко. Удобно, часто пользуюсь. По работе бывает, часто пользуюсь, и с друзьями, как правило, именно в ВК и сижу.